Старинные храмы, многочисленные реки и озера, дух истории и память прошлого. Когда-то здесь останавливались Петр I и Екатерина Великая. Отдыхали Александр Сергеевич Пушкин и семья Гумилевых. С тех пор прошло много времени, но этот регион по-прежнему является сокровищем для путешественников. Добро пожаловать в Тверскую область. Одна из главных достопримечательностей региона – столица, которая была основана в 1135 году. Великолепной архитектурой, широкими улицами и кварталами Тверь обязана Екатерине Великой. После большого пожара в 1763 году она распорядилась восстановить город, отстроив его по образу Петербурга. Поэтому Тверь так похожа на северную столицу России. Есть в городе и напоминание о Москве – Тверской Арбат. Это центральная пешеходная улица, известная развлекательными заведениями, уютными кафе и выступлениями уличных музыкантов. Удивительное место скрылось в селе Никола-Малица. В окружении густого соснового леса расположилась обитель, основанная в XVI веке и построенная в византийском стиле. За всю историю существования Николаевский Малицкий мужской монастырь трижды был полностью разрушен и каждый раз восстанавливался с нуля. Обитель уникальна тем, что является одной из немногих в России, где был принят Афонский устав, соединяющий греческие и русские традиции. Монахи старательно создают здесь атмосферу прошлого, отказываясь от современных веяний. Например, во время церковных служб электричество сознательно не используется. Богослужение ведется при свечах, что создает особый молитвенный настрой. В самый праздничный момент службы алтарники с помощью специальных шестов зажигают свечи на паникадиле и приводят ее в движение. Этой традицией, которая создает торжественное настроение у молящихся, более 1000 лет. Посреди водной глади у старого города Калязин возвышается колокольня высотой 74,5 метра, ставшая символом Волги. Построенная в 1800 году в стиле классицизма, она служила украшением центральной площади. Однако в 30-е годы прошлого столетия было принято решение погрузить большую часть города под воду, чтобы создать Угличское водохранилище. Вторую жизнь получила только Калязинская колокольня, ставшая маяком для речного транспорта. Тверская область – это уникальное место, которое влюбляет в себя каждого. Здесь история великих событий сливается с прекрасной природой и богатым культурным наследием. Древние города региона ждут новых гостей.